отримали від вас плати, відпрацювали вже ними. Результат 100% спрацювання, але саме головне, що сподобалось, це в порівнянні з іншими платами, це їхня безпечність. То, о чому розмовляєте? О чому спросите, чи що скажете? Моє ім'я Олександр. Моє теж. Ну, тезки, а я харківчанин. А я з Краснодара. Замечательно. Балдерно. На какие темы общаетесь? Что предложите? Что там, как думаете, когда война закончится у вас? Вы ее можете закончить в любой момент. Каким образом? Взять, вывести войска для начала и прекратить боевые действия. А есть такой расклад? Общался с одним, попался мне украинский военный. Даже запись есть. Он три раза был там на передовой, мужичок такой. Он говорит, для базара нет, все плохо, а так, говорит, то надо бы собраться всем и пойти, говорит, полякам пить. Точно, точно, точно. А вы знаете, я военный. Я солдат роты ударных БПЛА 47-й бригады. Ну да. Я не военный. Что? Как, я не военный. Ну, я военный. Я военный. Я понял. БПЛА. Да, командир отделения в роте БПЛА ударных. Рубак 47. Нет. Рота ударных авиационных беспилотных комплексов. Вы беспилотниками командуете? Да, да. Ну, я конкретно занимаюсь, у меня отделение, мы занимаемся электроникой для боеприпасов БПЛА. Я инженер радиоэлектронный. Туда прикрепляете к этим дронам? К дронам, да? Камикадзе прикрепляем. И у нас замечательно подразделение работает. Очень классно. Много видео есть. Так это еще очень много нам просто нельзя выкладывать по определенным ситуациям. Ну понятно, по морально-этическим. Нет, нет, нет. Тут не по морально-этическим, а просто по тактическим соображениям. Ну, как-то так. Ну, вы как военные, что вы можете вот так вот сказать? То, что мы тут в пропаганде сидим. Ну, конечно. Не что без происходит? Этого. Так, в общем, черт. Ну как, ваша нет. Страна напала. Это ясно. Ну, то есть вы как бы это принимаете уже, это самое. Нет, ну, а что делают с теми, кто напал? Что делать нам против того, что ваша страна напала? Я понимаю, я хотел поинтересоваться, успешно ли вы отражаете, так сказать, нападающих. Ну, линия фронта стоит? Я не знаю. Стоит не знаете? Ну, как, это самое, ваша великая армия уже сейчас на второй год выходит. А я, знаете, что-то недавно видел, передавали ВСУ «Привет», ролик такой, где, говорит, пока ты в окопе, твои Аньки в рот дают, и показывали из дронов лазерное такое, от ВС РФ передавали «Привет», так все из дронов, и ваши там снимали. Ну, такой ролик у нас завирусился, по крайней мере. Типа... Не сомневаюсь, конечно же, что оккупанты, агрессоры будут снимать такие вещи. Кто бы сомневался. Нет, типа в этом ну, ролике, кто бы сомневался... Геббельсы тогда в ту войну, но не с русскими, а с гитлеровцами, не с путинцами, а с гитлеровцами в ту войну тоже такие ролики снимали. Это, я понял, я, знаете, что хотел сказать? Мы сейчас, я вроде хотел больше поговорить о вот непосредственно о развитии там, технологий, в том числе. Война, это в любом случае всегда искусство, правильно? Вы же военный человек, вы же подошли зачем? Стали военным. Чтобы, конечно же, чтобы помогать нашей армии. Я сравнительно недавно стал военным. Я участвую в каких-то боевых действиях, правильно? Ну, я участвую тем, что я в ближнем тылу занимаюсь электроникой к БПЛА. Потому что у нас приходят БПЛА, а боеприпасы к БПЛА они не делают. Нам приходится заниматься этим самим. И есть у нас бойцы, которые занимаются изготовлением боеприпасов. Захотите, покажу.
Вот. А мы занимаемся, я конкретно, мое отделение занимается, вот сейчас сидят ребята, паяют, проверяют электронику к вот этим боеприпасам. Замечательные платы управления боеприпасами. Оказывается, это очень такая серьезная вещь. Дроны у нас делают наши фирмы, наши группы, там больше А у нас, 200 да. производителей. Вот вы в этой области уже был, получается, эксперт, а вот с нашей стороны, вот вашими объективно, как мы вот что-то у нас похожее есть, ну, так сказать, Ну, вот из да, этой что-то области есть технологии. похожее, да. То есть борьба идет такая, да? И как вот какие ваши там, ну, в принципе, боевые задачи какие-то выполняете, наверное, Ну, у вас там конечно, да. конкретно есть поставленные цели. Ну, вот Понятно. сейчас под Авдеевкой наша бригада очень сдерживает. Наша рота беспилотников сейчас очень классно работает. А мы, получается, наступаем, что ли? Ну, пытаетесь наступать, а мы А. сдерживаем это наступление. А то просто по последним данным вроде должны были, ну, у нас, по крайней мере, был информационный фон такой, что, ну, типа, сейчас вот прям пойдете вы. Я даже уехал, я в Орле живу, поеду в Ну, Краснодар. слава богу, что уехали. Слава богу. Да я вернусь, я на Куда вы шатле ворочу. вернетесь? Обратно варю. Обратно варил. А так вы из Орла уехали, да? Да не, я так хотел пошутить Я понял. немножечко. Орел уехал из Орла. Я понял. Ну, как бы классно. Я, да, ростовский орел я вообще. Ну да. Ну, я родился в Ростове. Очень хорошо. Вот. А, ну, в данном случае вы вот военный человек, Александр, сидите. А в чат-рулетке у вас время свободное есть, получается, вот. Ну я же не могу 24, мне же когда-то и отдыхать надо. Отдыхать, отдых это такое понятие, отдых там с женщиной, там, я не знаю, пойти куда-нибудь сходить, посидеть, что-нибудь посмотреть. Ну, в принципе, Ну я ну сейчас да. постоянно на территории воинской части, И вам разрешают вот так вот, да? да? Да, конечно. Это не опасно, что, допустим, я могу каким-то образом вычислять ваше местонахождение через вот, допустим, вот это приложение чат-рулетка. А вы не сможете это сделать, там будет показана Польша, потому что Starlink зарегистрирован в Варшаве. Я не знаю, у нас вот как раз, я понял, У у нас нас как более раз вот. того, у нас даже вот связь идет через Starlink в нашем подразделении. Вот вы сейчас со мной общаетесь, это Starlink обеспечивает связь. Волонтеры подогнали и ваши радиосредства, там радиоразведка не может определить, откуда идет, так сказать, местоположение мое, потому что со старлинками связь через спутниками они не могут ничего сделать. Если у вас будет самая продвинутая программа, она будет показывать Мазовецкое воеводство, Варшава. Там, где этот старлинк зарегистрирован. Это я пользуюсь, у вас там значок стоит сейчас Украина. Это я VPN-ом пользуюсь, чтобы вы думали, что я в Украине. А я действительно А вы... нахожусь в Донецкой области, а до этого был в Запорожской области. У нас очень хорошая бригада и рота БПЛА замечательная. Нас бросают на самые ответственные, самые тяжелые участки, где вот происходит безумие вашей агрессии. Смотрите, а вот Александр, вот смотрите, представьте, что вот сейчас вот такой расклад собираются и говорят, вот там, как сказать, цивилизованные страны, которые пытаются как-то, ну, короче, вот Евросоюз еще что-то говорят, делим все, вот сейчас вот на той линии, как все осталось, и уходим в дипломатию. Вы согласились бы? Я нет, потому что любые договоренности с агрессором, с лжецом, со страной, которая убивает, разрушает, это она недопустима. Так, Почему? Потому что сейчас в вашей стране, вы же не зря об этом говорите, в вашей стране, и это сейчас проповедуется в ваших СМИ,
вам отчаянно нужно сейчас прекращение огня, чтобы собрать силы и опять напасть через какое-то время. Вот именно поэтому необходимо продолжать сейчас сопротивление, потому что Путину вашему нужна вот эта вот Авдеевка, зачем-то развалины этого города, которые вы получите, вы освободите Авдеевку от целых зданий, от людей. Принесете русский мир сейчас в Авдеевку, вот зачем-то этого вашему безумному фюреру это нужно. Ну, может быть, он, как говорится, всех хочет обыграть. И преподнести на блюдечке, вот Авдеевка, вот оно счастье для россиян. Авдеевку разрушенную захватили. Вот пытаетесь вы сейчас эту Авдеевку захватить, кидаете, уже танки у вас тут не ездят, потому что боятся БПЛА наших. Да, пожалуйста, говорите. Политик, чем военный. Можно так сказать, что вы больше политик, чем военный? Вы спросили мое мнение, я вам его сказал. Я чуть-чуть о другом начал. Вы больше как-то эмоционируете, ярлыки, там, фюрер, еще что-то. Ну, правду говорю, потому что авторитарный, совершенно, так сказать, да, съехавший из ума, при демократии такого не могло бы быть. Если бы у вас была бы демократия, ваша страна никогда бы не съехала бы с катушек вашим вот этим вот Путиным и не напала бы на соседа. Совершенно безумное нападение. Может быть, вы чего-то просто недопонимаете до конца? Допонимаю. Конечно же, допонимаю. Вы не допускаете той возможности, что вы можете все-таки чего-то недопонимать. Ну, вот, а вдруг? Ну, а вдруг? Ну, ладно. Чикатило напал на ребенка, но может быть мы чего-то недопонимаем. Может быть там какой-то десятый слой. Чикатило. Да. Чикатило, вы сравниваете Чикатило. Я сравниваю вашу страну с совершенно обезумевшим Чикатило. А зачем вы на Донецк нападали тогда, когда они захотели отсоединиться? Это ваша страна развязала войну на Донбассе. Был первый Майдан. Да. Он Донецк соединился. Нет, это ваша страна это сделала. Вы пошли с карательной операцией. С карательной именно операцией. Вот. Это в 2014 году было, и ну, вы пошли туда с карательной операцией. Что это значит, карательная операция у вас, а у нас фюрер, значит? Ну, разумеется, потому что съехавший с катушек... Гитлер же тоже защищал немецкое население в чужих странах и развязывал войны таким образом. Конечно, тут да. Полная аналогия с Гитлером. Вот. Тот берлинский, два слова, тот берлинский фюрер заявлял, он же не мог сказать, что ну вот просто хотим агрессировать. Вот тот берлинский фюрер тоже защищал немцев на чужих территориях. Так было и с Чехией, и с немецкими чехами, немцами в Чехословакии. Вы просто историю не знаете. А видите ли вы, ну, типа, победу, вот что вы, каким образом вы, ну, типа, собрались, если немцы со всей Европы не смогли победить нас после, обратите внимание, Первой мировой войны, гражданской войны, и в том числе и революции, да, нас не смогли победить все силы мира. Как Таким это образом? Все силы мира? Америка была за Советский Союз. Ну, Англия давали, да. Была за вместе со своими странами, да. Была за Советский Союз. Да. Давали, это... Катюши были на Студебеккере, потому что Катюши на газоновском шасси, на фордовском, это фордовский, газ АА, это Форд АА. Я помню, я даже читал. Да, караван, да, читали, это... читали. Вот. Сейчас я вам... Все страны вместе взялись за этого безумного фюрера. Потому что было принято решение, что с Гитлером пора кончать. И вот я надеюсь, что Путин все сделает, выполнит свою историческую миссию, докажет все-таки всему миру, что все, надо кончать с этой гадиной. Это факт, это не лозунг сейчас. Я четко в этом уверен. Показать гадость, всю гадость нападения, агрессии,
всю гадость российского населения, то, которое поддерживает вот эту войну, оправдывает ее, ищет десятый смысл. Короче, те, кто в 90-х годах обещал не расширяться, да, Горбачев, продолжил расширяться. Но мы сегодня видим деградирующее, вот это, так сказать, а-ля, блядь, страна свободы, которая погрязла просто в разрате кредита. Просто у них выросли целые поколения. Ну, по-другому не скажешь. И захотели некие нихуя не делающие люди. Ну, в принципе, у нас в России таких же полно. Сейчас мы, блядь, тут куда-то вступим. Нам тут всего надают, и мы заживем. А потом вторглась Россия, и они говорят, блядь, опять вы рассчитываете жить за счет России. Репарации какие-то, блядь. Вот вы взрослый человек, вы масштаб России представляете себе. Что? И как, ладно бы один Путин сегодня поддерживает большая часть вот эту всю движуху, которая, хотя надо-то было просто, надо не расширяться. Че, ну типа, блядь, ну, зачем это надо делать, если, допустим, мы сейчас какой-то свой альянс военный замутим, якобы освобождая кого-то от чего-то и наставляя там какие-то демократию там или еще какие-то режимы, так сказать, свободные. А у вас ОДКБ есть? Как вы кинули через колено Армению? Вы защитили Армению от агрессии? Хотя это была не агрессия, но с точки зрения армян. Вы кинули своего союзника. Нагло, цинично. Да, не все так просто. Все так однозначно, я понял. И все увидели цену ваших союзов. Единственное, что вы смогли, вы думали, что вы возьмете за 2 недели Украину. Ладно, я просто, знаешь, в одном о чем уверен, глядя на вас, мы победим. Блядь, прям спокоен. Замечательно. Вот так вот. Это хорошо, что вы так думаете. Это просто... Это замечательно, видно, что вы так думаете. Я просто знаю реальную жизнь. Да, понятно. Я вижу это по вам. Вы знаете реальную жизнь. Надо было напасть, обосраться в первые месяцы войны. Потом собраться. Сейчас все деньги кинете на оборону. И пупок надорвете. Смотрите, сколько обещали вам? 60 миллиардов? А дали сколько? На 3 ящика патронов. И сказали, иди не болей. Точно. На 3 ящика знаете, патронов, да. Ну, блядь, образно. Это как я. Вот представляю, я пришел такой, говорю, дайте 60 тысяч. Я на них рассчитывал. А мне дали всего 200 рублей. И сказали, иди. Иди не болей. Ну, блядь. Ну, хорошая картина у вас в голове. Ну так оно и было же. Вот ну, хорошая картина у вас складывается. Она здравая. Оно так и есть, да. Вот надежда ваша, когда-то немцы ленд-лиз обсирали. Им очень не нравилось гитлеровцам, что Америка дает какую-то помощь. Я читал этот сейчас караван по Q-17. Да. Я приплакал там, на самом деле, жестко. Точно. Причем, что самое интересное, что это тут Пикуль собрал бред. А я читал другие книги про караван Пику-17. Правда? Правда. Например, Черчилля трехтомник. Исследование, такое псевдоисследование госпожи Воскресенской читал. Советской разведчицы бывшей. Я здесь на самом деле не могу. А новый Пикуля, у которого, так сказать, историки от которого плюются. Но он витиевато писал. Вот это, да, характеризует ваш уровень знания истории. Ну, ты прям взял по одной книжке, характеризовал. Это вы сказали про Пикуля и PQ-17. Вы сказали я вас за язык не тянул. Я и ничего не говорю, я же не могу тоже положиться, что мне какой-то дядька по другую сторону телефона сказал про какую-то Воскресенскую и какого-то Черчилля. Ну, что там он трехтомник читал, и причем еще все правильно понял. Точно. Вы правильно все поняли у Пикуля.
Нет, Вы я все просто правильно читал в поняли, переводе. да, вы читали. Да. Я не просто, я просто там был как бы караван, ну пизда ему пришло. Вот караван, люди, которые там была трагедия, гибли люди просто исключительно. Я читаю, что как происходило, как там замерзали они, как там по ним стреляли. Вот, все, что я типа понял. А какие-то там что, ну опять же, вот эти ленд-лиз, да, я так понимаю, которые американцы, в каком году они нам стали поставлять? Так Все и у это нас дело. же точно то же. У нас Сегодня. в Украине точно то же. Стали помогать только тогда, когда увидели, как мы отбились от первых безумных месяцев нападения. Отбивали же своими силами, реально. Да, Безумные нет. эти попытки. Мы 8 лет стреляли по Да, Донбассу. вот единственное, что можно сказать, А 8 потом лет. пришли. 8 Да, а потом лет, пришли. да, 8 лет стреляли по вашим оккупантам в Донбассе. Так это, блядь, вы в первую очередь стреляли по людям, а потом вы уже там оккупали, к тебе домой прям зашли и Ну начали да, тебя... естественно, Донецк, Луганск был оккупирован. Тобой, ой, в твоем доме. Был. Россиянами. Да, россиян. А Ну сколько да. там русских? А если люди, вот, если ты не представляешь, что вот прям взяли и оккупировали, а если люди реально вот, ну как бы... Куда-то. Пришел какой-то, блядь, комик, что-то там, начали стрелять, убивать. Нахуй Да, надо? этот самый ваш Моторола, россиянин, обстреливал из гранатомета просто простых жителей. Дворы обстреливал, сейчас, говорит, я их Нет, разбужу. я Люди про... ваши с автоматами, россияне, Сейчас. терроризировали мирное население, которое ничего не Давай могло по сделать. одному. Я не знаю, я не буду говорить за конкретный там вот Да, но эти моменты. конкретно как мы брать не будем. Мы будем брать из вашего телевизора вот эти вот лозунги. Давай, ну это типа в первую очередь же война, там что-то, и много чего там было, каких моментов есть, Ну, и конкретно военные я говорю, присутствуют. ваши Ебанутый гаврики с Моторола, ребят. автоматами Нет, ну я не знаю, это терроризировали Моторола. местное население, хвастались, снимали это на видео и хвастались. А вы мне сейчас из вашего телевизора будете рассказывать? Ну, у меня, блядь, полно роликов, А где у у вас вас там тоже полно присутствует. роликов, да, что, как это, ну я знаю, что ваши снимали, чтобы прикрыть Короче. эту мерзость убийства, оккупации, ваши снимали очень много роликов. Немцы тоже хвастались своими роликами, Die Deutsche Wachenschau, там такие А ролики. смотри, вот смотри, вот смотри, Саша. Вот, короче, жили мы, типа, да, 13-го, до, давай возьмем до 14-го года, да, блядь, вот ели один суп, мышление, в принципе, одинаковое, культура одинаковая, да, много приезжало с Украины работать, а потом хуякс! И прям, блядь, у одного бумажка, блядь, Made in Украина, а у другого Made in Russia. И тот, кто с бумажкой Раша, блядь, стал какой-то невообразимо агрессивный садист. Да, войсками стали захватывать, оккупировать, радоваться, что вот мы на безоружных напали, Прям вот так. отжимаем это самое территории, как это классно, как это воодушевляло глупых россиян. А сейчас, когда пошло сопротивление этому, вы мне рассказываете, что, ой, боже, как же ж раньше было хорошо. Вы же это все замутили, вы стали, вы перешли, вы Мы... совершили тяжелейшее преступление международное. Саш, смотри, я просто тебе вот просто говорю, на самом деле, это будет просто так и будет, независимо от того, веришь ты или нет, я просто говорю. Украина, ну типа, в том состоянии, в котором она сейчас, она падет. Так оно будет. Ну это я тебе серьезно говорю. Как этот решится вопрос, что возможно, кто-то, возможно, мы все вместе, ну, подастся такая пища, и мы пойдем, ну, так сказать, истинного баламута искать. Ну, вот, не скажу, что мы дойдем до Америки, но Европа будет вся под нами. Ну, Как помечтайте, минимум. если только на вашем пути какая-нибудь Авдеевка не случится. Ну, битвы будут Да, где-то битвы, отступления. да, вы захотите Пока битвы. еще денег вам дают, там, типа, понятно, они заинтересованы. Вот. Ну, лоббисты, которые вас лоббируют там с Англии, да, приехал. А давайте просто воевать. Да, Да, давайте. Они. просто они заставили вас напасть на Украину.
на мирную страну, которая вас не нападала, не отжимала у вас территории. Давайте границы, насрем на границы. Да. Ну, вот ваши же танки приехали в Харьков, под Киев. Прямо с первого дня. С первого дня, уже 24 числа уже танки ваши колоннами рассекали по Харьковской области. А 25-го уже попробовали зайти в Харьков. В Киеве как это было? Тыкались. Вот. А потом вам рассказывают, что там не хотели, обосрались и, оказывается, не хотели захватить. Смотри, ни Киев, ни Харьков. Да, еще полминуты, мне пора идти работать. Я сейчас объясню, почему все вот это происходило, потому что реально не хотели жестить. И в натуре не хотели прям мочить мирняк, поэтому и отошли. Вот. То, что вы говорите, у меня тоже друг, командир взвода разведки, вот, отделения, у взвода даже, да, вот ездил. Один у меня в Вагнере был прям в Бахмуте, вот награждение пришло, медаль за отвагу, ранение тоже. Есть приколы с вашими там бабушками. Но суть в том, что на самом деле мы друг другу не враги. Точно, вот. Просто вы напали и сейчас лицемерите про то, что ваши военные не хотели жестить. Я понимаю, но нам надо уже победить. Уже надо дойти до конца, сам понимаешь. Точно, назад, и вы что-то учудите такое, что весь мир соберется и с вами закончит. Я надеюсь на это. Дай Бог только, чтобы как можно раньше вы поняли, что вы безумный совершенно в своей агрессии и желании закончить эту войну какой-то там победой. Уничтожая при этом российских мужчин, украинских мужчин, мирное население. У нас там Китай. Китай, да-да-да, Китай, который нам дроны поставляет и комплектующие для дронов. У вас Китай. У вас я Китай, да-да-да. Мы тоже тут кока-колу пьем, все нормально. Ну, все нормально. У меня времени больше нет, на кока-коле все понятно.